И всем привет, дорогие друзья, с вами Black Frieza, и я попал вот в такую вот страшную больницу, в которой даже нельзя прыгать, либо у меня не работает пробел, я не знаю. Короче, сейчас вы слышите новый микрофон, я не знаю, как он будет на записи слышен, хорошо ли плохо, но я сам себя слышу вроде нормально, но есть какие-то хрипы, гудения, вот, короче, вот. Давайте, короче, начнем играть. Ё-моё, двери открываются. А как они открываются, если тут нет плит? Тут еще шейдеры, шейдеры, да? А если их отключить? А без шейдеров вообще как-то... Не, все серое, очень-очень серое. Без шейдеров очень все серое, так что лучше играть с шейдерами. Так, ну, конечно, звуки мне не нравятся, потому что у меня... Нормально. Здравствуйте! А почему здесь прыгать нельзя? Может, кто-нибудь объяснит мне? Здесь кто-нибудь есть, ребята? Я боюсь, я быстро бегу. А! Нифига себе, паук! Ребята, вы понимаете, мне надо идти вот куда-то сюда. Офигеть, в наушниках слышен звук. Куда я смотрю? А, слишком темно. Слишком темно, окей. Окей. Тогда мне нужен фонарик. Ага, надо мне найти, да? Я сломал кровать. Значит, здесь... Опа. Я что-то... Я могу что-то делать? Вообще ничего не видно тут. Ё-моё. А вот тут... Опа. Все, нашел. Еще есть? Чё за страшные звуки? У меня высокая скорость. Я бегу по скорости. И... Я выход нашел, да? Это выход. Это по-любому выход. Эй, алло, здесь кто-нибудь есть? Я не знаю, куда я бегу, я просто бегу. Почему у меня так быстро он бежит? Так, здравствуйте. Я лабиринт пока не хочу проходить. А! Нет, откройте, стойте, откройте. Откройте дверь, я не хотел сюда заходить. Стоп, а как открыть дверь? Эй, так же нельзя. Так же нельзя, эй, откройте дверь. А, все, я вижу кнопку. Кажется, надо все равно пройти лабиринт. Потому что не зря же он там... Да что за звуки такие страшные? Иду просто, куда глаза глядят. Куда глаза глядят просто. Так, ага. Опа. Теперь надо ползать. Сейчас какой-нибудь скример вылезет. Так, тут у нас тупик. Так, ну-ка. Сюда. Ты чё делаешь? Это чё сейчас было? Капец. Вы можете ставить нам камень. Окей. Опа. Я выбрался. Так, ключ. Я нашел ключ. По-любому его ставить сюда. По-любому его куда-то надо сюда ставить. Нет? Не сюда. Окей, а куда тогда? Значит, нам надо куда-то туда идти. Потому что я там не был. Тихо. Тихо, скримеры, пожалуйста, не пугайте меня. Так. Что? Не понимаю. Так, вы... Ой. А, нет, повесь. Я забуду, что здесь выход. Я же забуду это. Так, короче, я поставил здесь уголь. Все, я не знаю, картина не работает почему-то. Почему-то не работает картина. Я поставил, короче, здесь уголь, чтобы вот так вот, да. Чтобы запомнить, что здесь выход. Get out. Нет, я не уйду. Я отсюда не уйду, я буду здесь жить. Ладно, шучу. Конечно, нет. Мне надо уходить. Срочно. Опа. Чё тут? Блин. Подвал. Я не хочу в подвал. Сейчас же кто-нибудь отсюда вылезет. А, давай, нападай. Давай. Оп. Я килька. Алло. Но все равно никто не подает виду, что он тут есть. Да я же знаю, что ты тут где-то есть. Я же знаю, что ты здесь где-то спрятался. Там ничего нет? А вот тут кнопка. Black wool. Wool. Шерсть. Это шерсть черная шерсть. А кто-нибудь видел черную шерсть? Я, если честно, никакую черную шерсть не видел. Не видывал вообще нигде. Подскажите, пожалуйста, где здесь черная шерсть находится? Вот она, да? Есть! Это черная шерсть была. Отлично! Second floor unlocked. Что? Открылось что-то. Пол какой-то. Кто-нибудь будет бежать? Нет? Никто. Тихо. Опа. О, лестница. Так, скример. Опять лабиринты. Я возьму.
Нет, только не говорите, что мне надо обыскивать тут что-то. А, да, надо. Scrap tool. Это что? И для чего? Planks какие-то. Birch planks. Birch planks. Это что? Доски. Planks это типа доски. Хорошо, а где их ломать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Не пугайте, не пугайте. Я бегу, 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 бегу. Походу там что-то надо сломать. Да! Отлично! Опа. Ага. Кнопка. Ах! О май гад, it's just a nightmare. Это просто всего лишь кошмар. Да? Это был просто мощнейший спидран. Ребята, честно, я не играл в эту карту. Не играл вообще ни разу. Я его только скачал и только вот зашел в нее. Капец, вот это был спидран. Даже, наверное, ролик получился меньше, чем на 10 минут. Капец, капец. Ну, короче, если вам понравилось, то жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Black Frizen. Всем удачи и всем пока. Пока.